За окном настоящее лето, а значит, самое время освежить гардероб. Must-have жаркого сезона – платье из натуральных тканей. Предпочтение стоит отдать хлопку или льну. Благодаря универсальным моделям можно создать образ в стиле сафари, боха или романтики. Стоимость изделий от 50 до 100 рублей. Размерный ряд от 42 до 62. В этом году наша летняя коллекция повысилась на 60%, то есть обновились модели. На торгующей сети Республики Беларусь уже поступило более 3000 моделей или летней коллекции. Поэтому приглашаем наши фирменные магазины за современным модным. Здесь представлен широкий ассортимент блузок и рубашек на любой цвет и вкус. Для любителей классики – ослепительно белые пастельные тона. Для тех, кто хочет добавить красок в гардероб – цветочные и арт-принты. Стилисты также рекомендуют обратить внимание на прозрачные материалы, необычные вырезы, асимметрию, бахрому и тотал-деним луки. Белорусским брендам предпочтение отдаю, потому что качество. Предпочитаю натуральные материалы, стиль чувствуется и славянские традиции. Платья, блузки, все покупаю наше белорусское предпочтение. Видите сами, что одето, как говорится, натуральные ткани. В универмаге белорусские дизайнеры предлагают стильные сарафаны, платья и костюмы. Тренд этого сезона – брюки палаццо. Сочетать их можно как с укороченными топами, так и со струящимися рубашками и блузами свободного кроя. Для детей – забавные рисунки, стразы и пайетки. Цены обновок для юных модников от 15 рублей. В нашем магазине представлен широкий ассортимент мужской одежды. Футболки от 20 рублей, сорочка мужская от 50, шорты, джинсы от 50 и выше. Размерный ряд от 42 до 64. Состав ткани очень легкий. Для жары это лен, вискоза, хлопок. Обязательный атрибут летнего гардероба – головной убор. В магазинах большой выбор стильных аксессуаров как для взрослых, так и для самых маленьких. В тренде широкополые шляпы, банданы, кепки, панамы и платки. Они не только защитят от солнечного удара, но и подчеркнут индивидуальность и станут завершающим акцентом образа. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.